Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства. Законным отцом триколора признан Петр I. У администрации региона в этот день прошла уже традиционная церемония вручения государственных наград. Стала замечательной традицией в этот праздничный день чествовать граждан, внесших весомый вклад в развитие Тамбовской области. Успехи нашего региона, благополучие его жителей, несомненно, зависит от человека-труженика, рабочего у станка и инженера, хлеборова и комбайнера, врача и учителя, спортсмена и деятеля культуры. В присутствии представителей органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовщины, молодежных и спортивных объединений, врио главы региона Максим Егоров вручил сразу несколько важных государственных наград. Наши земляки также получили высокие звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и «Заслуженный учитель России». Я учитель русского языка и литературы, и, безусловно, я отстаиваю русское слово. На протяжении всей своей деятельности буду это делать впредь. Я за русское слово, за русский язык и за русский мир. Это однозначно. Естественно, за российский флаг. Также достойным представителям сфер образования, здравоохранения, культуры, сотрудникам казенных учреждений и общественникам вручили благодарности и награды регионального значения. Для меня как историка, как для краеведа, вот эта вот символика, она и очень-очень важна, безусловно. Потому что, видя наш флаг, во всем мире понимают, что это идут русские, о том, что это Россия и действительно великое государство. Скоро цветов российского триколора в небе над Тамбовщиной станет еще больше. С 1 сентября 2022 года в каждой школе нашей страны в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. Павел Юрасов, Анна Мусатова, «Область новостей».